На днях в Верхней Пышме 9-летний школьник, спешивший на тренировку по плаванию во дворец спорта УГМК на улице Орджоникидзе, вместо бассейна попал под колеса легковушки Kia Rio. И на скорой мальчика с закрытой черепно-мозговой сотрясением мозга с переломом верхней части левого плеча со смещением экстренно доставили в большой город девятку. Мама школьника узнала о произошедшем минут через 5 после дорожной аварии. Позже в полиции женщина объяснила, что сын по вечерам после школы ходит в бассейн Дивса на тренировки. После занятий родители его забирают, но туда он ходит сам. В 8:10 школьник вышел из дому. 5 минут спустя он уже лежал на асфальте под левым колесом Kia Rio. Как объяснил гаишникам 59-летний водитель иномарки, надо сказать, опытный рулевой с 20-летним стажем вождения, он двигался по улице Кривоусова в сторону Орджоникидзе по левой полосе, со скоростью километров 40, не больше. Справа в попутном направлении двигались другие автомобили, из-за которых он и не заметил, как на дорогу выскочил тот самый мальчик и, запнувшись, упал под колеса Kia. Водитель не успел затормозить, и юный побегушник оказался у него под бампером. Мама с сыном успела поговорить по телефону, и мальчик признался ей, что спешил на тренировку и решил срезать путь, не добежав 2-3 шагов до регулируемого перекрестка. Похоже, на водной дорожке своего любимого бассейна до грядущих осенних каникул школьник не появится.